Здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Я с вами Марина. Мы находимся в Светофоре, Богородицкий район, поселок Товарковский, Тульская область, улица Кирова. Хлеб мясной «Золушка». Здесь, значит, за килограмм 171,20. Он вот так упакован. Первый раз его привезли к нам. До этого не было в продаже, я не видела его именно в нашем Светофоре. Не знаю, взяла на пробу. Так, что тут? Бекон в упаковке 370 рублей за килограмм. Вот такой бекончик. Россия производитель. Дальше. Колбаса полусухая, салями, зернистая. 562 рубля. Производитель Россия. Вот это мне не понравился. Сразу хочу фонарик этот. Рулетик куриный, мне он не понравился. Привкус нехороший. Поэтому мне, ну, на цвет, на вкус, товарищ, нет, но мне он не понравился. Дальше, свинина деревенская за килограмм 264 рубля 40 копеек. Вот такая свинина. Тут я вижу и перчик, и острый, наверное, перчик. Ну, состав там читать надо, что, чем посыпан. А что тут это, я не пойму. 520 зачеркнуто. Балык, деликатес, балыковый деликатес. А вот цена его. Деликатес балыковый, килограмм 462 рубля 20 копеек. Вот он. Цена неправильная, значит, была. Ну и... колбасы, хочу сказать, колбасный ассортимент, колбас очень хороший, большой выбор. А вот сыра у нас немножко. И здесь вот пустая полочка. Видите, сыр берется хорошо, берут наши жители. И маловато. Нет избытка сыра. Так, мы с вами сейчас поворачиваемся в другую сторону. Здесь у нас скумбрия, очень хорошая, небольших размеров, но она не залежалая, мясо светлое. Так, это я показывала. Так, скумбрия 225 рублей стоит за килограмм. Мясо привезли. Смотрите. Цена такая же, 229. Сейчас мы с вами пройдем, я покажу кусочки. Ну, сальце небольшой, такой с прослоечкой. Я, знаете, ребрышки срезала, косточки, и посолила сейчас. Хочу сделать луковой шелухе с чесночком, сварить. Здравствуйте. Цена 229 рублей за килограмм. Так, тортики, вот мужчина сегодня спрашивал, еще не провели, еще цены нету на торты, на эти. Еще не провели их. Так, первансаль 134 за килограмм. И есть еще вот такой майонез в ведерочках. Так, здесь что-то стоит, только привезли. А, наверное, сейчас посмотрим. Давно не было, это, наверное, щучки. Так, щековина, наверное. Так, не вижу. Сейчас посмотрим. Очки не одела, плохо. Надо очки одевать. Но цены нет все равно. Вот таких, видите. Ну-ка, сейчас посмотрим. Нет, цены еще нету. Шпикачки. Тоже цены нету. Празднику не 8 марта, здесь лук, укроп, петрушка, 250 грамм, 81,90. Очень хорошо выглядит, свеженькие, так что, если кто-то будет праздновать, то, пожалуйста, у вас зелень, вот, 81,90 за 250 грамм, ожидает в Светофоре. Пастеризованные сливки в составе
Ну, до этого я другое масло брала, 130 рублей за 500 грамм. Здесь вот это масло взяла попробовать. Так, вот этот сыр мне нравится. Я брала. Кто брал вот этот президент, пишите отзывы. Вот этот классический. Кто брал, пишите. Очень интересно. И омичку привезли без заменителя молочного жира. Здесь, значит, 180 грамм в этой омичке. 79,80. А сейчас мы с вами выходим из холодильника и переходим к тем товарам, которые там. Но интересно, очень много вас ожидает. Я и говорила, вышли мы из холодильника. Здесь покрытие такое хозяйственное жидкое стекло. 80 на 120 с силиконом, не боится горячего. Можете вырезать на стол ваши и горячее ставить не бойтесь. Она не боится горячего. Конечно, стекло такое, ну... Не толстые, средние. Не толстые. Бывает потолще. И в белом исполнении вот таком, прозрачном, блин, вот такой. И вот покрытие такое. Так что на выбор два стекла жидких для вас. Смесь овощная, и не надо ничего выращивать. За килограмм 135 рублей всего-навсего. Так, здесь крабовые палочки за килограмм развесные 167,50 и в упаковке 149. Так, переходим дальше. Здесь кукурузные палочки палет. Видите, привезли много товара. Машина разгружается. Здесь кассетные бритва. Бритвы кассетные, вот и мужские. Одна бритва и 31 сменная кассета. Все только что приняли. Еще цены нету. Так, сейчас переворачиваемся. Здесь вот торф нейтральный, о чем я говорила. 60 литров привезли. Этот упаковочка, такой мешочек. 283 рубля. Нейтральный, хорошо для растишек наших. Очень. PH вот 6,5 и 7. Ну, конечно, 5,7 хорошие. А здесь вот такой нейтральный. Так, сейчас я вот так вам наведу, чтобы вы сами прочитали. Вот что там пишется. Влажность какая. Он лежит высоко, поэтому я показываю вам. 60 литров торф. Произведено в России. Много товаров у нас очень. Комплекты парные, спортивные, с капюшоном, мужские, женские, теплые, размера от 48 до 56. Футер 70%, вискоз 30%. Производитель Россия. Вот такая цена этих комплектов. Сейчас переберемся туда. Там уже они даже разложенные есть. Их три на вид. Ассортимент вот такой, такой и такой. Выбор за вами. Какой вы хотите купить? Какой вам глаз положите на него, свой глазок? Понравится какой вам? Смотрите, здесь вот уже смотрели, черный разворачивали, смотрели сейчас вот такие здесь. Это брюки на резиночке внизу. Здесь вот такой, такие карманчики сделаны. Резиночка, капюшончик вот такой. Сейчас подкладку покажу. Такая подкладка. Это черный комплект. И вот такой цвет сейчас тоже покажем. Только смотрите, чтобы брака не было, потому что я сейчас не увидела. Спасибо девчонке, мне
Говорит, посмотри, здесь недокрас. Вернее, некрасиво покрашено. Да, понимаете? Спасибо, вот сами работники показали. Видите, как в другом магазине бы не стали показывать. Здесь прям вот молодцы насчет этого. Видите, какой. Так, и рукава покажу. Такой разложу немножко. Извините, как получается. Вот так, потому что они соединены вместе. Соединены вместе. Вот такой размерчик. Сейчас покажу брюки вам. Вот так. Вот, смотрите, брюки. Вот такие. Резиночка внизу. Толстенькие, хорошенькие. Прям вот сейчас на раннюю весну очень хорошо. Очень удобно. Одел и пошел. Так. Прибавляется у нас текстиль в отделе. Очень хорошо прибавляется. Это очень хорошо. Мне просили показать одежду. Одежда у нас вот такая, какая я показывала. Больше ничего такого нет из одежды у нас. Вот они. Сапоги мужские и женские. 436. И вот 651. Так, переворачиваемся дальше, смотрим. Вот такие стульчики привезли. Я вам сейчас покажу. Там уже развернутым они видео. Сейчас я покажу. Там очень много стульев, видите? Привезли вот такую пленочку. 80 микрон, 3 на 6 для парничков вот таких. Прозрачная, 80 микрон. Такая пленочка. Так, цена пленочки этой, цена. Не знаешь цену вот этой пленочки? Вот, наверное, сорвали либо. Около 200 рублей где-то. Мне кажется, была, когда я проходила, была цена. Сейчас цены нету. Здравствуйте. Сорвали эту пленочку. Так, мы с вами выходим. Вот такие я уже показывала. По 90 литров для цыплят, гусей, курей, уток, индоуток. 331 рубль. 90 литров. Вот такой бак. Так, стул венский. Усть-Луга. 946 рублей 80 копеек. Смотрите. Я не знаю, сколько там вес выдерживает он. До титан. Так, бежевый, площадь. Сколько вес выдерживает? Ирина, не знаешь, сколько вес он выдерживает? Вот этот стул. Не написан. Не написан. Ну, 100 килограмм точно выдержит? Ну, хотя бы 100, 120. Нету? Не написано? Максимальная нагрузка 130 килограмм. Мы нашли. Ну, хорошо, да. И недорого, как... Ага, ага. Итак, два акции, 2+1. Это выходит, значит, две по весу идут. Это выходит около 500 рублей. И одна бесплатно. Вот такая акция в светофоре. Да, колбаса сырокопченая. Сейчас, сейчас, здесь еще сыр, дегустация. А какой сыр? Золотой трюфель. А, вот, да, золотой трюфель без заменителя молочного жира. Вот он. 485 рублей. Дегустация. Сейчас мы с вами попробуем, понравится мне или нет. Так, вот посмотрим. Смотрите, какие здесь такие пузыречки. Пузыречки. Такие воздушные. Вот они. Видите? Говорит, что правильно сваренный сыр. Итак, пробуем. Угу. Угу, хорошенький. Ну, да, ты права.
Итак, сейчас будет акция, я вам все покажу. Желаю всем здоровья, прежде всего. И женщин поздравляю с 8 марта. Всех женщин, дорогие мои, поздравляю вас с праздником. И желаю всем здоровья. Агроперлит есть. Это очень хорошее. Так, а тут что? А тут что? Какое-то удобрение. А, привезли вот. Вот это, да, да, он. Ому этот, да. Видите, сколько его? Много. 900 грамм, 57-10. Универсальные. Есть вот такой, 2,5 килограмма. А есть 900 грамм. Ваши растения скажут вам спасибо. Видите? Все, спасибо вам за то, что вы посещаете мой канал. Ставьте лайки. Ну и кому не нравятся антилайки. Все, пока-пока.